По количеству крупных пожаров лидирует Карымский район. Там сразу 4 пожара с пометкой «крупный». В Шилкинском районе под угрозой 2 поселка – Галкино и Кэкен. Менее чем в 5 километрах от них горит лес. В тушении принимают участие не только пожарные, но и добровольцы. На земле в основном используют ранцевые опрыскиватели. Также в противопожарных мероприятиях принимают участие полицейские. Задействованы 150 сотрудников. Минувший вторник в селе Маковеево Читинского района, патрулируя лес, полицейские задержали 3 девушек. Отдыхая на природе, они развели костер, из-за чего загорелась трава и кустарники. Испугавшись, девушки принялись тушить пожар. За этим занятием их и застали. В связи с тем, что в крае действует режим ЧС, нарушительницы заплатят штраф около 2000 рублей. В других, более серьезных случаях сумма штрафа может составить 120 000 рублей.